То время она была под номером 3. Самая слабая ученица в школе. Как это возможно? Я впервые такое вижу. Ты не ответила правильно ни на один вопрос. Хочешь после школы поступить в универ, так? Да кто меня возьмет с такими оценками? Послушай, если ты поверишь в себя, все получится. Но я даже не думала о поступлении. Может, туда? Это универ для самых умных, и я решила поступить в Кейо. Что? Саяка поступает в Кейо? Как смешно! Да туда не всяких и отличников-то берут. Это совершенно невозможно. Я буду суперотличницей. Неужели? Собралась поступать в Кейо? Ты же тупая. У тебя нет никаких шансов.